В эфире программа «День города». В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Более 35 тысяч рязанцев подверглись политическим репрессиям. В России отмечается День памяти. Важнейшим из искусств является кино. В 2016 году в Рязани пройдет кинофестиваль. Не спеши жениться, легко ошибиться. В Рязанской области 4 дня не будут работать отделы ЗАГС. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Точное число жертв репрессий советской поры подсчитать невозможно. По некоторым оценкам, с октября 1917 года пострадали до 50 миллионов человек, которые были расстреляны, раскулачены или сосланы. Дата 30 октября была выбрана в память о голодовке, которую в 1974 году организовали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий Советского Союза. Среди политзаключенных были и жители Рязанской области. В базе данных нашего проекта «Рязанский маркеролог» информация о 20 507 репрессированных рязанцев, жителей Рязанской области, и 4441 из них – это были казненные, расстрелянные рязанцы. Постоянно новая поступает информация от родственников из архивов Рязанской области, из архивов других областей. Мы не можем сейчас назвать точные цифры количества репрессированных, потому что большой массив документов закрыт, но по приблизительным подсчетам историков это не менее 35 тысяч человек. Это поосторожнее даже оценка. По закону о реабилитации жертв политических репрессий, политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам в виде лишения жизни или свободы. Официально данный день был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. 2016 год указом президента объявлен годом российского кино. В связи с этим предусмотрен комплекс мер, направленных на продвижение отечественного кинематографа и региональных систем кинопоказа. В частности, в следующем году планируется провести областной кинофестиваль «Российское кино рязанцам». 2016 год пройдет под эгидой российского кино. Указом президента предусмотрен целый комплекс мер и шагов по развитию отечественного кинематографа и региональных систем кинопоказа. В их числе организации показов в учреждениях культуры и развитие фестивального движения. В библиотеке имени Горького этот вопрос обсудили на заседании расширенной коллегии регионального министерства культуры и туризма. Привлечь интерес зрителя, а не просто зрителя – это основная задача учреждений культуры. В рамках программы в этом году был проведен целый ряд крупных мероприятий по продвижению отечественных фильмов. Это большая честь вообще для сферы культуры, что третий год подряд, да, будет посвящен одному из направлений нашей деятельности. Это, конечно, и большая честь, и большая ответственность. Но мы с вами понимаем, что год такого пристального внимания к этому направлению должен определенным образом направить и вас на решение проблем в сфере кино. Также участники коллегии подняли тему реализации проекта «Создание и развитие туристско-рекреационного кластера «Рязанский». В последнее время событийный туризм приобрел стратегическое значение. Для удобства гостей региона сейчас осуществляется масштабная работа по созданию инфраструктуры. За счет средств бюджета строятся инженерные сети, сети дорожные, а за счет средств инвестора строится туристская инфраструктура. Гостиницы, рестораны, развлекательная инфраструктура и многие другие объекты, которые предполагают включены в сферу туризма. За весь период реализации это у нас 2011-2018 годы, в создание комплекса туристско-рекреационного кластера «Рязанский» будет вложено более 4 миллиардов рублей. И вот что примечательно, что 77% из вот этой суммы – это средства наших инвесторов. Если в ближайшие дни вы планировали подать заявление на регистрацию брака, то с этим придется повременить. Территориальные отделы ЗАГС Рязанской области с 1 по 4 ноября осуществлять прием граждан не будут. Оксана Тебенихина подробнее. Государственный праздник в честь Дня народного единства в этом году выпадает на середину недели. Некоторых граждан, трудящихся в учреждениях, в которых в этот день будет выходной, такие торжества немного выбивают из привычной колеи. Ведь так повелось, что все работающие люди откладывают личные дела на выходные дни. Потому сообщаем заранее. Подать, к примеру, заявление в ЗАГС в эти праздничные дни рязанцам не удастся. Территориальным отделом ЗАГС
Рязанской области установлен режим работы со вторника по субботу. В воскресенье и понедельник – выходные дни. То есть 1 и 2 ноября – это ближайшие выходные. 4 ноября – это общероссийский нерабочий праздничный день. В прошлом году было принято решение в целях рационального использования рабочего времени перенести нерабочий день с 24 февраля на 3 ноября. Территориальный отдел ЗАГС номер 5, который осуществляет государственную регистрацию смерти, работает с понедельника по субботу с одним выходным днем в воскресенье. В праздничные дни он будет работать, как и все остальные, с одним выходным днем 4 ноября. Кроме того, сотрудники ЗАГСа сообщили, когда будущие молодожены смогут начинать подавать заявление на роспись на 2016 год. 10 ноября во всех органах ЗАГСа области начинается предварительная запись на торжественную регистрацию браков на весь 2016 год. Мы приглашаем всех родителей зарегистрировать своих новорожденных детей 27 ноября в преддверии Дня матери во все ЗАГСы Рязанской области. Так что, молодые рязанцы, если в ближайшее время вы планируете официально зарегистрировать свои отношения, смело отправляйтесь в ЗАГС, что недалеко от переулка Счастья, близ площади Согласия. Рязанская госавтоинспекция подвела итоги конкурса творческих работ рязанских школьников «Пешеход, пассажир, водитель». Этой осенью в школах областного центра ребята рисовали, придумывали ребусы, шарады, кроссворды, писали сочинения и стихи на тему безопасности дорожного движения. На городской конкурс свои работы представили более 180 учащихся. На подведение итогов творческого конкурса «Пешеход, пассажир, водитель» в детский развлекательный центр «Маленький принц» были приглашены около 50 рязанских школьников и их родители. Бесспорно, самая яркая номинация – художественно-изобразительное творчество. В этом году тема, предложенная организаторами конкурса, звучала так – «Не играй с водителем в прятки». В своих работах ребята убеждали людей использовать световозвращающие элементы на одежде. Уже 16-й год подряд сотрудники госавтоинспекции совместно с Управлением образования и молодежной политики города Рязани проводят конкурс детских творческих работ, который называется «Пешеход, пассажир, водитель». В первую очередь, конечно же, конкурс призван обратить внимание еще раз на безопасность дорожного движения. Дети в творческой форме, рисуя рисунки, фотографируя и готовя фотоработы, изготавливая ребусы, еще раз вспоминают о необходимости соблюдения всех требований правил дорожного движения. Очень активными показали себя ребята в конкурсе «Ребусы, шарады, кроссворды». Кроме того, на выставке можно было увидеть работы юных фотографов. В номинации «Дети говорят» необходимо было написать письмо-обращение к своим родителям, чтобы те не нарушали правила дорожного движения, и указать причину, почему. С большим вниманием ребята посмотрели на выступление юных юидовцев из школы номер 57. Ну а развлекательный центр предоставил всем победителям возможность воспользоваться автоплощадкой, чтобы те могли весело и познавательно провести время. Также сотрудники госавтоинспекции дали старт акции «Засветись» в Рязанском районе. Она направлена на работу с учащимися младших классов, потому что именно дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Наталья Новикова о работе инспекторов с самыми маленькими в следующем сюжете. Первые занятия по использованию световозвращающих элементов для начальных классов прошли в Рязанской средней общеобразовательной школе. В гости к ребятам пришли сотрудники ГИБДД и сказочные персонажи – Буратино, Алиса и кот Базилио, которые в игровой форме рассказали юным участникам дорожного движения, что может произойти, если не использовать в темное время суток световозвращатели. Задача данного мероприятия не только рассказать детям, как правильно световозвращающие элементы, в каких случаях нужно одевать, как они работают, но и обеспечить их данными световозвращающими элементами, потому что не все родители относится ответственно к данному вопросу. А дети зачастую оказываются на дорогах в темное время суток. И водители не всегда вовремя успевают их заметить. В ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД раздали всем участникам по стильному браслету и брелку, объяснив, как правильно их носить, чтобы быть заметными на дороге со всех сторон. А в конце, сделав общую фотографию, детям был продемонстрирован принцип работы световозвращателей. Ребят сфотографировали без светоотражающих браслетов и со светоотражающими браслетами. И действительно, ребята увидели ту разницу, которая была так очевидна. На расстоянии 400 метров их стало видно,
А на меньшем расстоянии их не было бы видно, если бы этих браслетов не было. Данный эксперимент настолько понравился ребятам, что они пообещали сотрудникам ГИБДД и гостям из сказки никогда не гулять около дороги без специальных световозвращающих элементов. Говорят, Хэллоуину не менее 2000 лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные начало времен года. Их было 4. Самайн, то есть праздник окончания уборки урожая, знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. Хэллоуин – ночь перед Днем Всех Святых. Говорят, Хэллоуина не менее 2000 лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. Главным его атрибутом считается тыква, или иначе Джек-фонарь. По легенде, обычай делать фонари из тыквы ввел ирландский кузнец по прозвищу Скупой Джек, который заключил сделку с дьяволом. Взамен получил 20 лет спокойной жизни. Однако земную жизнь не вел как праведник, поэтому после смерти он был обречен бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля. Якобы для защиты дома от не совсем доброго духа Джека Фонаря 31 октября из тыквы делается подобие головы, которую ставят на окно. Также существуют традиции переодеваться в чудовищ и духов на Хэллоуин. Однако среди молодежи Хэллоуин – популярный праздник, что-то вроде маскарада. Что все-таки думают о нем жители нашего города? Праздник хороший, в принципе, костюмы можно. Как, я не знаю, одеться как-нибудь прикольно. Не, я его не отмечаю. Ну, мне кажется, что у каждого своя культура, и каждый должен делать так, как бы, как ему предначертано страной. И не надо все воссоединять в общую массу праздников. У нас куча своих есть развлечений. Американцы ведь не пойдут календовать, а мы можем, так же зачем это нужно? Не для России этот праздник, не для наших людей, не поймут у нас его многие. Молодежь как бы, ну да, там соберется, отметит, там, ну может кто-то разукрасит костюмы. По крайней мере, уже последние 2 года я не вижу, чтобы нас в Рязани так обширно отмечали. Подарки какие-то, конфеты дети просят. Ну это же американский праздник. Ну, а зачем он нам нужен? Перед Хэллоуином практически во всех магазинах продаются костюмы-сувениры, так что можно сказать, что он получил коммерческую подоплеку. И такой товар пользуется спросом, желающих отметить немало. Однако ведь у нас много своих ярких и интересных праздников. Нужен ли нам Хэллоуин? Фонарь из тыквы, или иначе Джек-фонарь, ставят на окне или на пороге дома. Он якобы отпугивает злых духов. Отношение к такому празднику у всех разное. Для кого-то это повод повеселиться. Но многие на самом деле считают, что в России этот праздник не нужен. На этом у меня все. Далее смотрите программу «Подробности» и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамаг» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендуют при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамаг» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла».